берем шторы, чтобы их намазать, ой, наклеить, мы должны намазывать вот тут клеем. Полностью, все полностью. Вот так. Теперь берем вот эти. И приклеиваем. Вот так у нас получается. Вот. Вот. Получилось у нас так. Здесь окошки. И с другой стороны окошки. Теперь берем другие обои. Вот. Чтобы их наклеить. Тоже надо наклеить. Так. Теперь берем и клеим вот. Теперь делаем то же самое с другой стороны. Все, теперь все. Вот. Получился такой домик. Обои. Теперь мы будем делать крышу. Берите вот такие треугольники. Вот. Сгибайте их. Потом берете клей. Вот так. И приклеиваете. И второй тоже сгибаете. И опять приклеиваем. Теперь берем крышу, вот, их пока откладываем. Сначала мы делаем окошко, вот, такой овальчик, найдите полуовальчик и окошко. Вот эти сгибаем. Вот это потом вот так делаем. Это может теплее окошко. И вот так приклеиваете.
Вот все, теперь клеем мажем. И приклеиваем. Все, теперь берем вторую часть. Вот. Мажем клеем. И клеим. Вот, теперь аккуратно там сгибаем. И вот так. Вот так и потом. Намазываем клеем. Сюда. И клеим. Вот такой у нас домик, но что-то в нем не хватает. В нем не хватает трубы. Вот, найдите вот такие штучки, это водопроводы, трубы. И вот так сгибайте их. Вот эти беленькие сгибайте. Беленькие. И треугольнички. Вот так. Теперь сгибайте вот так. Вот так тут есть невидимое. И тут. Потом берите клей и вот так приклеите. Потом вот эту. Внутрь. Вот. Такая у нас труба. Ее теперь надо сюда приклеить. Нам делать надо вторую. Кто уже и вторую сделал? Вот, вторая получилась. Теперь тут есть маленькие треугольнички, вот. Берем клеем, вот так их мажем. И приклеиваем. Вот так. Тоже так. Берем.
получился такой домик. Во. Вот трубы, вот окошко, вот внутренность. Теперь мы будем делать мебель. Теперь мы будем делать мебель. И в первую очередь будем делать